Благотворительный марафон «Ты нам нужен» набирает обороты. 3 марта прошло открытие акции в Ивановском государственном университете. Поделиться частичкой добра можно было в холле и в ГУ, где студенты могли приобрести значки с эмблемой марафона и апельсины – главный символ благотворительной акции. Сегодня у нас первое мероприятие – конкурс среди студентов 23+8, посвященный празднованию 8 марта и 23 февраля. И сегодня первое мероприятие состоится, которое и по способствует сбору первых начальных средств в нашем Ивановском государственном университете, который пойдет в поддержку Андрея Воронина. Андрею Воронину студенты государственного университета помогают уже много лет. В этом году ему исполнилось 18, однако ребята не оставляют парня без поддержки. Вот и в этот раз Андрей приехал на открытие марафона. Марафон – это отличная идея, потому что для детей делается много хорошего. Вот. Деньги идут на лечение, на улучшение, ну, здоровья, так сказать. Вот. Идея отличная. Сам конкурс 23+8 – это импровизированное соревнование на смекалку, ловкость и артистизм между юношами и девушками. В рамках марафона «Ты нам нужен» он проводится уже не первый год, однако впервые среди членов жюри оказался сам Андрей. Следуя традициям организации конкурса, равно как и дальнейших мероприятий в рамках акции, помогали волонтеры. Я являюсь волонтером уже второй год. Первый раз я попробовала поучаствовать в этом марафоне на первом курсе. Ну, я считаю, что этот марафон действительно важен для детей с ограниченными возможностями, которые в ходе марафона получают адресную помощь. Мы общими силами помогаем им справиться с проблемами здоровья. На протяжении 3 недель в каждом вузе нашего города пройдут мероприятия по сбору средств в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. В ФГУ одним из мероприятий будет студенческая весна, которая завершит благотворительный марафон. Полина Панасицкая, Денис Денисов, РТВ, Иваново.